Сегодня мы присутствуем при точке поворота нашего народа в нужном направлении. И вот сегодня мы должны сказать, что для каждого народа правители имеют очень большое значение. Иногда по воле правителя разворачивается жизнь народа. Как говорят, вводится цивилизационный код, от которого потом народ избавиться не может. Что такое избрать неправильную веру? Что такое пойти не по тому пути, по которому нужно? И вот на сегодняшний день для всего человечества, особенно для человечества, которое воспроизводится в течение этих 2000 лет после вознесения Господа нашего Иисуса Христа, это немыслимо, всему миру сегодня показано совершенно особый феномен на земле – действие благодати Святаго Духа. Мы можем сколько угодно говорить сегодня о Владимире, но ничто не предвещало того, что с ним произошло на личном уровне. Да, это великий князь. Да, это воин. Но какой воин? Воин жесточайший. Воин от ногтей матери. Человек, который воспитан быть воином, только побеждать. Человек, которого боялись, и имени даже его боялись, в Европе и в Константинополе. Человек, который представляет языческую Киевскую Русь. Да, мы видим, что перед ним была его бабка Ольга. Но сам Владимир, что такое для правителя пойти по другому пути, не по тому, в котором традиция данного народа? Мы сегодня очень плохо представляем. Мы говорим немощно сегодня, об Ольге говорим немощно. Мы говорим немощно об апостолах. И мы говорим немощно о тех людях, которые своим народам дали или цивилизационный код, или же культурный код. Чем отличается культура от цивилизации? Культура – это культ, значит, Бог и ура – свет от него. А цивилизация – цивильный, гражданский. Здесь Бога нет. Здесь есть просто некий путь народа. И вот сегодня мы говорим о человеке, который сам представить не мог. Мы сегодня говорим, что он испытывал веру. Это все наши такие домыслы. Поворот был совершенно другой. Мы должны придать большое значение наследственности. Вот наша наследственность – это очень важный момент. Иногда человек рождается и мучается от дурной наследственности. И он ничего с собой сделать не может. Даже у него появляются те же болезни, которые были у отца, у матери, у деда, у бабки. Иногда человек входит в зависимость от того, что разрушает его жизнь. Все это наследственность. Это нужно огромное усилие воли, чтобы изменить наследственность. Поэтому мы сегодня говорим о том, что, наверное, вот эта наследственность Ольги, наверное, в какой-то момент сделала свое дело, как и наследственность Елены сделала дело свое на личности Константина, императора Римской империи. Это первый момент, который мы говорим. Второй момент. Мы знаем, что огромное количество народов приняли не ту религию, не истинную религию. И у них ничего в жизни не получается. Но здесь не просто речь идет о том, что через Владимира наш народ получил христианство. Нет, речь не об этом. Речь идет о том, что через Владимира мы получаем христианскую церковь в восточной части Римской империи, Византии. Тогда и сам Владимир не понимал,
что он теперь ставит свой народ и тех правителей, которые придут после него, на то, чтобы быть верными и последовательными именно православию, чтобы продолжать дело, которое начал Рим, которое перешло потом в Византию и из Византии вот к нам в Киев. Вот о чем разговор идет. Сегодня мы не придаем значения вот этому киевскому периоду нашей Руси и будущей Российской империи. И хотя сам Владимир крестился не в Киеве, а крестился в Крыму, в Севастополе, в Херсонесе, но мы знаем, что он все-таки был князь киевский. И мы сегодня не можем себе представить вот этого, чтобы человек прошел вот этот путь, вот этот путь. Нам нужно вот это понять, что, смотрите, сегодня мы уже не сомневаемся, что мы православные люди. Наверное, процентов 80-90 наших жителей России нынешней крестились. Но они не ведают совершенно, кто дал вот это православие нашему народу. Кто дал нашему народу именно православие от Византии, от константинопольского императора Константина. Вот о чем идет разговор. Борьба идет за чистоту веры. И вот в этой чистоте веры Владимир, наверное, мы скажем, не столько по своей воле, сколько был избран Богом для того, чтобы положить вот это начало и основание. Мы должны всегда помнить вот об этом начале и основании нашем, которое было положено тогда именно через Владимира, который принял христианство и стал с именем Василия. Я дерзну сказать сегодня, что он повторил путь Савла. Савл, который и спросил у Синедриона разрешения пойти уничтожить Дамасскую христианскую церковь. Савл, чистый человек, верный традициям еврейского народа. Савл, который жил чисто, не уступая в брак, из рода Вениамина. Но когда он увидел Христа, который появился на воздухе и сиял ярче солнца, тогда этот Савл, этот гонитель церкви христианской, этого начатка церкви, тогда этот Савл сказал: «Кто ты, Господи? Я Христос, которого ты идешь гнать». Что совершилось с Савлом? Савл ослеп. Вот это очень важный момент – ослеп. И мы знаем, что когда его слепого, немощного приведут в Дамаск, где он желал разрушить первую общину христианскую, и когда по воле Бога, по воле Христа Анания возложил на него руки и крестил его уже и дал ему имя новое Павел, мы знаем, что после этого вот этот гонитель церкви становится первоверховным апостолом, и как он сам о себе говорит, что никто из апостолов не сделал столько, сколько он сделал. Но он сказал: «Я последний из апостолов, потому что я гнал церковь». То же самое можем сказать о Владимире. И Владимир, когда разрушил Корсунь и потребовал, чтобы ему дали в жены Анну, сестру императоров римских, то там тряслись просто. Но она сказала: «Я за это животное никогда не выйду замуж». Потому что она была истинная православная христианка. Анна, благодать Божия. Тогда Владимир сказал, что если вы не отдадите мне ее в жены, я от вашего города ничего не оставлю. И он бы не оставил ничего, если бы не коснулась его благодать Божия. И когда Анна под угрозой своих братьев,
которую просили ее, моляли и даже заставили ее вступить в брак, она сказала, при одном условии, если он примет крещение. Вот это побуждает Владимира подумать о истинной вере. Что такое язычество? Язычество – это поклонение бесам и дьяволу. Язычество – путь в никуда. И вот мы видим с вами, что Владимир показывает себя, что он был человек рассудительный. Он не просто был воин, дело которого было поразить врага. Он был человек рассуждения, человек понимания. Он имел замечательные крови. И вот здесь, скажем, коснулась благодать его, и он действительно склоняется к православию. И когда те послы, которые пошли в разные страны, как бы узнать, чья вера лучше, чтобы сменить вот этот культурный код, и когда пришли люди из Византии, когда люди пришли, которые были на богослужении в храме Святой Софии, который построил в свое время император Юстиниан, тогда они сказали, князь, мы не знаем, где мы были, на земле или на небе. Может быть, в этот момент коснулась его благодать, потому что вот эти послы его пришли из Византии, где они прикоснулись к благодати, которая доминировала и торжествовала в храме Святой Софии, при мудрости Божией. Но мы знаем, когда он решается принять крещение, после того, как его провели катехизацию с ним представители церковной иерархии Византии, митрополиты, и митрополит Михаил, первый митрополит киевский, который и крестил Владимира в Херсонесе, тогда, наверное, уже действительно, окончательно он уверовал, утвердился в вере и уже не сомневался. Он один. Нет никого, нам не говорят и не пишут о том, что рядом кто-то с ним был, тоже уверовали в это. Речь идет только об одном человеке, только об одной личности. И когда он действительно уверовал, он ослеп. Так гласит предание. Было это на самом деле или нет? Вот в чем его похожесть на Савла, который потом стал апостолом Павла. Говорят, что его вели в купель Херсонесскую слепого. Он ослеп. Так и должно быть. Когда я еще был молодым человеком и вошел в церковь, я много слышал такое выражение. Кто прочитает Библию, всю Библию, тот сойдет с ума. Я думал, как это сойти с ума, прочитав Библию? Библия – священная книга, откровение Бога. А потом понял, да, сойдет с ума рационального ума, рационального мозга, сойдет с ума телесного и перейдет на ум духовный. Да, он сойдет с ума. Ну и сойдет с ума, если у него ум был до этого. То, что он получит ум, это точно. И вот мы с вами видим, что человек был слепым и прозрел. Из купели он вышел уже зрячим. Но он был такой зрячий, какого мы не имеем зрения, имея 3-4 высших образования. И мы это видим в истории церкви сколько угодно. Слепая Матрона знает больше о том, что будет, чем люди, которые ее окружали, ученые, преподаватели, профессора. Она больше знает, чем они. Слепая. Потому что речь идет уже не о том, есть у тебя зрение или нет, есть у тебя мозг или нет, есть у тебя сердце, которое качает кровь или нет. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о благодати Бога.
И когда Христос, Бога-человек Христос, Сын Божий, Бог Слово, вознесся к Отцу Своему Небесному, откуда Он пришел в наш мир, что совершает Отец Небесный? Отец Небесный посылает Духа Святаго на землю. И Дух Святой теперь доминирует и ведет церковь. Он приводит людей в Церковь Божию. Кого, мы не знаем, это не наша воля. И каждому из нас можно сказать, мы могли думать о том, что мы после советского времени можем войти в Церковь Божию. Может такое быть? 74 года, три поколения, вы травляли вообще знания о Боге. Все книги уничтожили, иконы уничтожили, храмы взорвали и разрушили. Монахов, священников, епископов уничтожали. Объявили пятилетку безбожия в 1938 году. Может быть такое, чтобы мы после такого тиранства, после такой агрессии, чтобы мы с вами через столько поколений вдруг снова пришли в Церковь Божию? Мы пришли не просто в Церковь Божию, мы пришли в ту церковь, которую, на которой начало положил именно Владимир. И когда он стал зрячим, вышел из купели, мы знаем, что от его воинских доблестей ничего не осталось. И те же митрополиты византийские, они упрашивали и говорили его, что ты делаешь. Он даже отменил смертную казнь. Мыслимо это, чтобы он отменил даже смертную казнь, первый из правителей Европы. Они говорили, надо ввести смертную казнь. Нельзя позволять людям нарушать покой нормальных людей, людям-преступникам. Поэтому сегодня мы говорим о Владимире вообще совершенно с другой стороны. Действительно, его, на него снизошла благодать Святаго Духа. И была на нем до конца его жизни. И вот этот языческий воин маленького княжества, малюсенького княжества Киевского, сегодня нам показывает, как маленькая закваска может совершить такое дело, которое мы знаем с тестом. И вот эта маленькая закваска Киевского княжества положила начало православной Руси. Именно эта закваска родила Александра Невского, Дмитрия Донского, Даниила Московского, Андрея Боголюбского, Михаила Мученика в Орде и других князей. Именно эта закваска положила начало России Романовых и православной Российской империи, будущего Советского Союза, который не появился в воздухе, а который сложился и воспроизводился на фундаменте православной Российской империи, на тысячелетнем ее фундаменте. Но о чем бы мы ни говорили, о святых, или мы говорили о святых правителях, или о князьях, или о императорах, о царях наших, всему этому положил начало Владимир. Он вошел в историю с именем Солнца земли русской. Только еще одного человека потом так назовут. Это Александр Невский, который был достойный сын рода Рюриковичей. И когда он скончается здесь у нас в городце, то киевский митрополит Кирилл выйдет к народу во время богослужения и скажет: «Закатилось солнце земли русской». Но первое имя «Солнце земли русской» получил наш равноапостольный Владимир. Он стал равноапостольным.
Он продолжил дело, которое положил когда-то в свое время в Киеве Андрей Первозванный. Именно Андрей пришел сюда. Андрей потом придет, конечно, и в Крым. Но здесь, в Киеве, он положил начало. И сегодня мы видим, как закваска, которую приносили в народы на территории апостолы, как она действовала. Апостолы были в каких-то, на каких-то территориях иногда короткое время. Но после них начиналась вот эта закваска действовать. И вот Андрей Первозванный положил это начало, которое потом продолжила Ольга Равноапостольная. Жестокая женщина, язычница, которая коснулась вот эта благодать тоже Божья. Сколько она претерпела и промучилась о своих сыновьях, о Святославе особо, который не слушал ее. И в конце концов половцы сделали из его черепа кубок, из которого пили вино. А сколько она сил положила, чтобы убедить его, чтобы он принял православие. Но тогда еще князья не были готовы, видимо, сама Русь была не готова еще. А вот Владимир становится равноапостольным. Немыслимо. И сегодня мы должны сказать, что столько было людей, которые уже имели имя Владимир. Это имя уже у нас становится доминирующим. И сегодня у нашего президента День Ангела, у Владимира. Сегодня Россия должна праздновать этот день. Потому что у первого лица День Ангела. Поэтому сегодня мы знаем, что у нас сегодня во главе стоит Владимир воин. Воин, он воин. Мы точно знаем, что он воин. Но мы знаем еще и другое, что он обладает глубочайшим рассуждением. Но если бы кто-нибудь мог спросить, а какое у него терпение? Наверное, мы ответим на это терпение только тогда, когда он уйдет уже из жизни когда-то. И когда мы по-другому будем оценивать его жизнь сегодня, и что он сделал для России сегодняшней. Какую он Россию принял в 2000 году. И что ему приходится сегодня делать, чтобы отстоять вот этот культурный код России. Мы еще плохо понимаем, кто во главе стоит России. Поэтому сегодня мы говорим от Владимира до Владимира России. И знаем сегодня точно, что именно сейчас для всех народов Европы, мира, решается вопрос, по какому пути мы дальше пойдем. Или мы примем то, что нам дают капиталисты, сатанисты, которые обрекли этот мир на гибель, которые хотят убрать из этого мира 6 миллиардов человек. Или же народы мира сумеют сохранить свою идентичность, свои культурные и цивилизационные коды и устоять. Вот сейчас решается этот вопрос. Как поведет наш правитель? Я не знаю. Но вчера уже на то, что он сделал недавно, ввел новую программу до 2024 года. Он ввел новую программу, где говорит, нужно воспроизводить население наше. Он ввел уже новую конституцию. Он не смог ее сделать такой совершенной, как он, наверное, ее желал бы, и какая нужна конституция для нашего народа. Не до конца он не успел это сделать. Времени было очень мало. Но мы знаем, что сейчас самое главное положено. Из 12 национальных программ самая главная программа – демография. Сейчас речь идет о том, что государственная власть в лице нашего Владимира Владимировича приняла решение,
чтобы наш народ начал воспроизводиться. Сегодня у нас абортов больше, чем рождение детей, больных больше, чем здоровых людей. Но уже вчера объявила председатель Центробанка о том, что 25 миллиардов долларов сейчас увезут из России. 25 миллиардов увезут из России сейчас. И то, что население наше должно будет подтянуть ремни года на два, на три, а может быть и больше. И уже не будет возможности купить что-то, приобрести что-то, что было до коронавируса. Это объявил нам уже сегодня Центробанк. Это в пику делается президенту нашему. Поэтому сегодня мы не можем не вспомнить равнопостольного Владимира. Мы не можем сегодня не вспомнить православие, которое он ввел на Руси через Киев. И сегодня мы благодарим Бога, я благодарю Бога, что я родился в России, что я родился в православной семье, что Господь мне дал величайшую милость монашества, священства, ну вот еще уже сверх всего еще и епископство. Сегодня величайшее событие в России, в Украине, в Белоруссии, в Грузии, в Молдавии. Сегодня на земле величайший период. Сумеет ли православная церковь в мире, сумеет ли христианская церковь в мире устоять против сатанистов и тех, кто хочет погубить человечество и погубить уникальную живую планету Земля. Вот этот сегодня выбор стоит перед всеми народами мира. Поэтому сегодня я вас всех благодарю, кто пришел на службу. Благодарите Бога, что мы стали православными, что мы с вами имеем возможность исповедоваться, причащаться. И мы с вами сегодня имеем надежду продолжить жизнь, вечную жизнь в Царстве Божьем. И когда мы, может быть, дойдем до Царства Божьего, прикоснемся к Нему, после окончания телесной жизни мы увидим с вами равноапостольного Владимира, равноапостольную Ольгу, равноапостольную Елену, равноапостольного Константина и других правителей, которые положили начало для своих народов именно в культурном коде православия и христианства. И еще мы должны сказать особое слово о женщинах. Вот эти замечательные женщины, которые сумели не только родить, но и воспитать замечательных сыновей, внуков, которые потом сделали великое дело, как Моника, подготовив своего сына, будущего блаженного Августина, как Мария подготовила будущего игумена земли русской Сергия Радонежского. И, может быть, наши матери что-то сделали очень важное. Может быть, наши тети, дяди, родственники наши что-то для нас сделали важное. Если бы этого важного и значимого не было, мы не пришли бы в Церковь Божию. Поэтому сегодня всех нас поздравляю с величайшим событием. А если есть великое событие, то есть праздник. Сегодня солнце радуется, прекрасный день. Спаси вас, Господь. Желаю вам всем радоваться. Спаси, Господи.